Промышленный комплекс Украины и недопущение дальнейшего перевооружения украинской армии. И не надо идти туда освобождать. Значит, освобождение Харькова. Хватит, значит, наконец, следующий момент. Вы проанализируете все войны подобного рода, точно на постсоветском пространстве. Никогда агрессор не садился за стол переговоров с тем, против кого они совершали агрессию, пока ему не наносилось крупное военное поражение. Поэтому пока по украинской армии не будет нанесено мощное поражение, они не сядут за стол переговоров. Надо уничтожить по максимуму всю украинскую армию. И не только в зоне Донбасса, но действуя разведывательными диверсионными